Здравствуйте, Андрей Кириллович. Здравствуйте, вот рада видеть я вас, потому что всегда как у нас очень качественная беседа и очень откровенные ваши ответы на мои вопросы. Рассказывайте, как поживаете, как настоящий оппозиционный политик боретесь? Значит, сдаваться, поднимать руки – это, наверное, последнее, что остается. Это и там, где я работаю, и мое личное кредо – это никогда не надо делать, поэтому, да, боремся. Вообще, вот от людей, которые давно в политике, а вы тоже очень давно в политике, один из старожилов, я все чаще слышу одну и ту же фразу. Так плохо, как сейчас, не было никогда. Здесь имеется в виду и политическая обстановка, и экономическая. Да, безусловно. Народ-то на своей шкуре все эти прелести испытывает. Вот вы согласны с тем, что на самом деле вот так плохо? Да, я здесь вынужден сделать одну констатацию, что 2001-2009, как бы мы ни говорили об этих годах, значит, но мало кого я встречаю, чтобы он говорил, что после 9-го стало лучше. Все говорят, после 9-го года стало хуже. Но это время я сравниваю с тем периодом 95-97 года. Я был заместителем председателя Хинчевского райисполкома, отвечал за социальную сферу. Врачи, педагоги, культура и все это. Зарплата месяцами не выдавалась отдельными продуктами. Окружение. Как говорят, калошами сейчас. Именно так, да. Значит, постоянно делегации, большие делегации в райисполкоме. Значит, если не можете, уходите. Я и недолго на этом месте хочу. Значит, я действительно. И вот такой период, даже тогда, вот что-то за горизонтом было видно. Значит, одно совещание в правительстве, и нам говорили, вот сейчас идет конвертация полученного кредита, и мы на базе этого кредита, хоть кредит никогда не надо давать в виде зарплаты, кредит должен... На другие, да. Безусловно, нужно. Но я возвращался, и вот это на месяц хватало, чтобы ответить на этот вопрос, и сам верил, что действительно вот это закончится и будет лучше. А сейчас веры, что что-то будет лучше, лично у меня и нет. Андрей Кириллович, вот вы по роду своей деятельности, да, вы занимаетесь в основном международной тематикой, я так понимаю, и в парламенте, и в партии, так? Да. Так. Да. Вот вы очень часто... В парламенте громко сказано. Я член комиссии по внешней политике. Да, все-таки, да. Вот вы встречаетесь с западными дипломатами, да и вообще не только с западными, но вначале я хочу все-таки этот момент у вас прояснить. Вот что они говорят по поводу той ситуации, в которой мы сегодня оказались? То есть они как? Они поменяли риторику. Так? Они стали говорить, что Молдова захваченное государство, они стали критиковать нас на всевозможных международных каких-то, я не знаю, там совещаниях, да, каких-то событиях. Что они на самом деле? Они что, хотят все-таки поменять власть, но думают, сейчас не время. Вот у нас, да? Что они вообще себе думают? Потому что многое говорят. Вы правы, что есть разница вот в том, как они раньше видели и как сейчас. Раньше они брали за основу вот это выражение. История успеха. Да. Значит, им детали не нужны были. Значит, хорошо, дела в Молдове развивайте, а потом, когда эти сигналы о плохой жизни, о плохом направлении вот, усилились, они задались какими-то вопросами. А почему это так происходит? И сейчас, вот если я беседую с ними в Страсбурге, в составе парламентской делегации был в Брюсселе, парламентский комитет по сотрудничеству с Европарламентом, и довольно уже длинные вот такие, раньше мы хотели им говорить, а сейчас они больше хотят от нас получить. Вот я бы даже такую разницу сделал. Значит, и нет, власть не защищают, совсем не защищают. Значит, спрашивают, чем помочь. Действительно, открыто, хорошо. Но когда мы говорим о том, что мы... Вот о досрочных выборах, когда вы говорите. Значит, вот это не всегда всем нравится. Так.
не всегда все нравится. Но обычно вот как итоговое такое с обеих сторон, это что, конечно, нам надо менять нашу жизнь. И нам надо менять и наших политиков, и через выборы, и через объяснение народу и так далее. Вот на этом мы, как сказать, итог этих бесед в последнее время. Ну вот у меня два вопроса к вам в этой связи появляются. Первый. Почему они все-таки, не знаю, как огня боятся досрочных выборов? Потому что я лично не слышала ни одного европейского чиновника, который в этой ситуации, да, по Молдове высказался. Спасибо. Бы именно за то, что Молдове необходимы, значит, досрочные выборы. Это вот мой будет первый вопрос. И второй вопрос. Европейцы хоть в частных беседах, но осознают, что они тоже ответственны за то, что у нас происходит. Вот за эту историю успеха, за эту коррупцию, mm-hmm. да, вот за все эти показатели. Да, даже в последнем интервью, значит, Пирка Тапиола mm-hmm. в Европа Либера, вот здесь, конечно, его пытались, значит, от него получить ответы на разные вопросы, но он, как настоящий дипломат, легко уходил. Это не мое дело, это народ должен определить, это политическая элита должна сделать, меняться. Но если с этой точки зрения посмотреть, значит, я думаю, что вот этот разговор сегодняшний с ними и их ответы честны как никогда. Раньше многие из них, давайте я покритикую их, лукавили. Нет, это нам придется работать с тем, с кем народ изберет. То есть общие дипломатические фразы. Угу. Сейчас они тоже есть. И действительно, они, никто их не менял. Но, по крайней мере, сейчас вот нетерпение к тому, что у нас происходит и не меняется, вот у них тоже достигло определенного предела. Но я как дипломат хочу сказать, что я думаю, им очень трудно в последнее время писать ноты. Вы знаете, это тоже жизнь. Я знаю этот, да, процесс. По Москве, да, и так далее. Неприятный процесс, да. Я вам спасибо. Передаю чайник. И, и действительно, давайте, если с этой точки зрения, писать дипломатические ноты сегодня в Кишиневе для столиц Западной Европы. Мне кажется, что самое сложное – это им самим разобраться для начала, самим. Да? Да. Да. Что происходит? А это легко. Это легко, сравнительно легко, не так сложно. Почему? Потому что, значит, вы заметили, если они начинают какую-то встречу, то они проходят по всем парламентским партиям, по угу. правительственным структурам и по крупице собирают всю эту информацию, чтобы подытожить. То есть ответить на этот вопрос они могут, значит, да. разобраться. Но в принципе, ну, я не думаю, что их ругают, меня часто спрашивают об этом. А их ругают там за то, что такое состояние дел? Нет, напрямую, думаю, нет. Но когда здесь дипломат сидит 5 лет, за это время подписано несколько межправительственных соглашений. Они не так выполняются. За это время выделено много денег. Совершенно верно. Во, нет, да. отчета, как они выполняются. То я не думаю, что когда подводятся итоги там, да, экономических и политических программ, их не спрашивают. И они не могут об этом сказать. И не надо настаивать на том, чтобы они нам говорили это. Но, угу. по крайней мере, я думаю, что... Говорят ли прямо, что боимся, что пророссийские партии, ну, извините, так говорят, да. про левые партии, да. у нас совершенно особая система. Мы боимся, что они придут к власти, и тогда конец нашей европейской интеграции, да, с Республикой Молдова и все остальное. Говорят об этом прямо? Говорят, но здесь лакмусовая бумага, значит, на демократию. Если ты по-настоящему демократ, угу. и пойдем на выбор, и большинство определят, что такие-то партии, да, в результате этого могут прийти и придут, да. что ты боишься? Это же большинство народа определит. Значит, демократия не настоящая, значит. Зря не боятся. Андрей Кириллович, ну это же принято во всем да. мире. Вы же понимаете, да. что поддерживают, знаете, это выражение «сукин сын, но наш сукин да, сын». Да. Да. И второе, да, но...
да, я тем не менее. Я чувствую, есть такая боязнь у них. Есть, и, да. И когда они спрашивают, это одно, но когда наш объясняют обманутому народу, что вот мы то сделали, и не все удалось, если даже в мягкой форме идет объяснение, но после этого тут же опять же старый призыв, но надо за нас, потому что да. могут поменяться, могут прийти другие. Я думаю, это вообще ничего за душой не надо иметь, чтобы еще раз спросить, что дайте нам 11-й шанс, которым мы обязательно что-то сделаем. А вот россияне, как они себя ведут? Вопрос вам вообще должен быть ясен, потому что вы же еще и были послом в Российской Федерации, то есть вам понятно, и вы знаете многих личностей из российского МИДа. Последний комментарий. Статс-секретарь господин Карасин сделал в отношении Молдовы, и я бы сказала, что он достаточно неприятный, потому что он стал говорить о недружественной форме отношений, которые позволяют себе молдавские власти, придержащие в отношении России. Они вспомнили тот знаменитый семинар с НАТО. Да. Вот. Это их возмутила антироссийская риторика. Но вот вообще, смотрите, на фоне того, как активно комментируют европейцы, россияне, я бы не сказала, что они здесь вообще активничают. Я не знаю, те, которые будут нас слушать, какого мнения они будут, но вряд ли мы должны. Мы работаем для них, но не с реакцией, чтобы мы им понравились, правильно? А с реакцией на правду. Да. С этой точки зрения, то действительно вот, более тонко, более дипломатически, действительно, это реакция России только на события какие-то. Запрет журналистов, да? Семинар здесь вызывающий НАТО и так далее. А на то, что ежедневно происходит в нашей экономической и политической жизни, они не высказываются. Но другие высказываются, и я, разрешите, не буду говорить, но, например, один дипломат западный приходит к нам, значит, когда платформа, да, начала разворачиваться, и после «Здравствуйте» в нашем офисе сразу, почему вы не на улице? Чтобы потом, через две недели, мы слушали его выступление в другом месте, официальное выступление, где он говорит, что правительство не должно пасть. Это все хорошо, это нормально. Понимаете? Вот этого в случае России нет. Вот корректно. И даже что стоило России вот, применить не новый, а этот старый западный метод, например, на то, что была обманута делегация Россельхознадзора. С ней встречается министр сельского хозяйства сегодня, на завтра утром подписание меморандума назначено. Все нормально, расстается. До сих пор можно открыть сайт Министерства сельского хозяйства и посмотреть на радужные лица с одной и с другой стороны. На второй день мне приходит министр, приходит начальнику одного из управлений сельского хозяйства. Не будет меморандума. Почему? Министр мне сказал прийти, потому что премьер, тогда мы имели премьера, значит, премьер сказал, не надо подписывать. Значит, премьером тогда был господин? Только что новый. Господин новый, Стрелец. Который последним ушел. Да. И ясно. Получается, а что означает, что меморандума нет? Это значит, не будет экспорта. Те, которые ожидали яблок, которые ожидали в целом по линии овощей и фруктов, абсолютно ничего. И как результат, 6 августа очередное коммюнике Россельхознадзора, и в этом коммюнике мы находим фирмы только из Гагаузии и только из Приднестровья. Третий блок, давайте будем так говорить, центральная часть Молдовы отсутствует в этом сообщении. Почему? Из-за меморандума. Нет, меморандума нет. Я слышала, да, вот то, о чем вы говорите, мне пересказывали. Мне даже рассказывали, как это на частных, да, вот в частных контактах, как дошли до этого. Но это несколько все-таки другая тема. Я сейчас хочу вернуться вот к западной дипломатии и вот понять для себя, чтобы при вашей помощи. Вот смотрите, этот посредник, которого так вроде бы ждут в Кишиневе. Да, я имею в виду, который должен наладить отношения между
ЛДПМ, насколько я понимаю, ДПМ, да, в деле формирования правящей коалиции. Угу. Вот, не знаю, что-то до сих пор пока нет никакой информации, кто это будет, как он будет налаживать эти отношения. Вы как вообще относитесь вот к такой идее? Значит, сказать, что плохо, нет, сказать, что хорошо, тоже нельзя сказать. Что-то он сделает, навряд ли. Это входит, вот угу. это новшество, в кавычках, входит в категорию, вот когда было еще что, вера в хорошего царя, да? В доброго, да, доброго говорили, царя, да. Вот он. Потом оказалось, что 9 января, да, произошли известные события. Кровавое воскресенье, да. Да. А если не касаться такого далекого примера, а пример из Молдавии, значит, вот-вот-вот приходит угу. по линии, значит, центра антикоррупции. Вот приходит сейчас вот из Румынии бывший ДНА, стоял у основания ДНА и так далее, и так далее. Да. Я не исключаю, что нет влияния у такого человека. Но давайте мы немножко распишем, чем он будет заниматься. Угу. Что специальный закон для него будет? Нет. Нет. То есть он будет работать в условиях законодательства Республики Молдова. То есть, если мы в чем-то запутались, не такую реакцию имеем, да, не до конца успеваем, и он действительно возьмет какие-то дела, уголовные, процессуальные, какие-то там дела, какие-то способы наших решений, да, если, например, это не по линии прокуратуры, а по линии Минюста или другого министерства, и он возьмет и что-то увидит, да, то двойная реакция наших людей. Умный, хороший, подготовленный специалист скажет: большое спасибо, в дальнейшем я действительно буду делать так, как вы рекомендуете. Или наоборот, значит, в душе так, ну, кто-то такой же меня учил, как у нас это свойственно. Да. Да. Значит, кто-то такой и так далее. Сделает мину такую красивую, да-да, спасибо, на самом деле ничего кто не поменяется. Кто за такой, да. Давай до свидания. Да, вот-вот-вот. Поэтому я не ожидаю что-то такого от умного, защиты угу. профессионала, к сожалению, их во власти сейчас очень мало. Потому что другие запросы надо было ставить такого, который бы, значит, разрешал продвижению массы денег, да, наверх, вниз, значит, ну, это про, и так далее. Это про прокуратуру вы сейчас говорите, да? Да? А вот посредник, я имею в виду, который должен склеить отношения между ЛДПМ и ДПМ. Да, значит, может действительно приехать, но, видите, четко выражено. И вот я увидел это и в последних угу. визитах в Страсбурге и в Брюсселе. Значит, очень четко выражена партийная принадлежность. Угу. Значит, кто-то четко на стороне, значит, Демпартии. Мы в Социнтернационале, мы вот Демпартия, угу. член Социнтернационала, и мы их поддерживаем и так далее. Значит, Жозеф Дол на второй день говорит о другой партии. И другими словами, но, мол, она единственная европейская. Да. То есть, тут, это понятно, знаете? Да. То есть им надо еще перейти эту грань, да, там, угу. до того, как приедут сюда. Но не исключаю, что это может способствовать. Но я присутствовал на одном совещании, угу. где были парламентские партии и были дипломаты, значит, она более конфиденциальная, значит, я больше не скажу, но скажу вывод с этого совещания, что либерал-демократы сейчас находятся, вот, например, они информировали на это совещание следующее, что мы не можем забыть, что демократы с нами сделали, имели в виду процесс вот, подготовки и прохождения через парламент. Дело связано с Филатом. Владом Филатом. Да. И действительно, Валерий Стрелец на этом совещании говорил об этом. Да, мы чувствуем и второе, что 30 ноября мы наделены полномочиями, ответственностью от народа. Но он твердо говорил, что пока первое, то, что вы натворили с нами, преобладает над вторым. Да, у нас еще будут политические советы в партии и так далее. Мы будем обсуждать, мы не знаем, что будем делать. Но он честно признался, что пока первое
выше, чем второй. Сегодня на пресс-конференции, сегодня на пресс-конференции Воронин, значит, он говорил об этом и прямо сказал, что вот они обуславливают переговоры не только этими тремя условиями, но и освобождением господина Филата. Даже так вот было сказано. Не знаю. Андрей Кириллович, ну, понятно, мы сейчас вернемся к тому, склеят ли, и что это будет в конечном итоге. Ну, вот социалисты все время выступаете за досрочные выборы. Ну, вот даже Мариан Лупу, значит, в рамках своих встреч с лидерами всех, значит, парламентских фракций, да, пришел к Игорю Дадону, и по результатам... Да, это впервые. Да, и по результатам Игорь Дадон вышел и сказал... Мы как были за досрочные, так и мы, значит, остаемся. Потому что наша позиция такая, и она не меняется. Вот власть будет сопротивляться. Я сложно могу себе представить такую ситуацию, при которой президент, ну, взял бы, вот как его социалисты не понуждают к этому, чтобы он взял, отказался досрочно от власти. Да? Ну, сложно. Получается, остается надеяться на вот эти два месяца, на 29 января. Это то, если не слепят. А если слепят, получается, что миссия, не скажу, что совсем невыполнима, это было бы несправедливо, но очень уж с огромным трудом выполнима, так? Согласен. Значит, мы понимали, давайте я вам скажу даже больше. Мы были уверены, что это хорошо, что... Господин Лупа пришел к нам. Значит, это уже новое взаимодействие двух парламентских партий. Ну да, вы тоже могли как либерал-демократы отказаться. Да, но мы были заранее уверены в том, ну не можем мы принять то, что нам предлагают. Просто взять наших 24, да? Я даже не говорю, что дадут 1-2 министра в новом правительстве. Не дадут, мне не это важно. А нашу честь... Вот нашу ответственность заложить в новом правительстве, да, избрать ее, от нас ничего не будет зависеть? Мы что, будем выполнять нашу партийную программу? Да нет. Нет, конечно. Что-то, ну, официально что-то скажут. От вас, теоретически, по крайней мере, так должно быть в коалиции. От вас мы берем вот это. К сожалению, не можем взять, например, Евросоюз. А вот, значит, экспорт в Российской Федерации... Значит, стратегическое партнерство с Россией мы возьмем от вас, социалистов. От коммунистов возьмем то, от тех возьмем то. Только так лепится нормальная коалиция. И если даже так, что это даст? Это вот хороший 2-3 вопрос. Месяца. Что это даст? Ничего не даст. 2-3 месяца пробуксовки. Ну, это еще, знаете, коалиции лепятся тогда, когда есть доверие. Да. Тогда, когда вот даже вы о чем-то говорите, не вы конкретно, а еще политики, то друг другу доверяют и говорят, вот если сейчас мы вышли перед камерами и сказали, вот мы договорились о том-то, это будет выполняться. Да, но мне кажется, все равно. Речь будет... уже об этом не идет давно, потому что абсолютно. Игорь Дадон все время говорит, мы не пойдем на коалицию с теми, кто нравит страну и так далее и тому подобное. И мы что, будем рекомендовать мы премьера, значит, мы будем рекомендовать кабинет. Не дадут нам это, какой смысл? Им участвовать в этой власти. Поэтому это красивые формы цепляться за власть, за власть из боязни, из многих боязней. Но первая боязнь, конечно, идти на внеочередные выборы. Очень много партий сегодня, кроме нас, боятся вот внеочередных выборов. Боятся, но в то же время некоторые партии стали выступать с заявлениями по поводу того, что они хотят досрочных выборов. Вы знаете, например, господин Олейник, это Яблоко, да, вот я тоже неожиданно для себя тоже вот узнала, что они тоже за досрочные выборы. Давайте я не буду называть партию и не буду, значит, комментировать, но, по крайней мере, если сегодня она не парламентская, не участвует в управлении делами государства, конечно, делать какие-то предложения, да, такой партии легко. Согласна. И предлагаю сейчас поговорить все-таки о той коалиции или о том правительстве, которое пытаются вот слепить или из чего-то создать, да, но прежде мы уходим на рекламу. Реклама на канале «Акцент».
Вы смотрите программу «Прилюдно», и я продолжаю свой разговор с Андреем Кирилловичем Негуца. Андрей Кириллович, ну, мы обещали нашим телезрителям, будем говорить о новой коалиции и о правительстве. Вот давайте ваш прогноз. Что будет? Очень вероятно, что они слепят правительство. Тем более с каждой неделей подойдут к 29 января. Угу. Если бы не было этой даты, то они бы пошли по старому, по накатанному. Да, меня напрягла фраза, например, спикера, который сказал, мы прекрасно работаем без парламентского большинства. Как-то я, когда это прочла... Беззубые постановления, беззубые проекты. Ну, хоть нельзя так говорить о законодательстве. Знаете, когда все плакали, что у нас миноритарная коалиция, это плохо, да, и все это признали в конечном итоге, то говорить о том, что отсутствие вообще какого-либо большинства, это нормально, мне кажется, это несколько так, от лукавого. Нет, конечно. Если проект постановления, да, или проект закона, он является каким-то общим, углы, например, да, что в нем заложена директива Европейского Союза такая-то, которую необходимо 100% выполнить, сразу наша реакция другая. Если все это не находится в проекте закона, то участвуем мы. И тогда появляются цифры 75, 85, 90 голосов за данный проект. Вот на такие случаи, да, значит, председатель парламента говорит, а мы прекрасно справляемся. Ой, ну председатель парламента если... понимает, что бюджет первое, да, такая вот, что мне сейчас пришло на ум, это первое испытание. А если это выходит из плана действий по соглашению с Европой, то мы имеем свою позицию, да, достаточно еще кому-то что-то, какие-то вопросы иметь, и тогда у них не то, что хорошо работается, у них далеко нет 51, и тогда действительно вот здесь надо вспоминать то, что всегда говорит бывший премьер, сегодняшний депутат Юрий Лянка, о том, что работать без парламентского покрытия это... В принципе, это нереально. Да, я с ним тоже согласна. Из кого лепить будут? Потому что, смотрите, если господин Лупу начал уже по фракциям, значит, ходить и договариваться, да, пытаться договариваться. Давайте скажем нашим, нашим, значит, те, которые смотрят нас, что это тоже впервые. До сих пор сначала коалиции, да, всегда с 2009 года. Да. Коалиции, а потом, когда уже они подписали демонстративно, на виду у всех, значит, соглашение, три подписи, соглашение, да. Тогда начинают выходить на премьера и так далее. Я, знаете, о чем подумала? Да. Вообще, я вот помню другие парламенты, не коммунистические даже, да, а еще образца 97-го, 98-го года, президент Лучинский. Я помню, что вообще президент ходил по фракции. Андрей Кириллович, он приходил в здание парламента, собирали всех в 300-м там кабинете фракцию, и вот как-то так, в принципе, это глава государства делал. Ну, здесь, наверное, и в силу того, что был определен, каким должен быть президент, что он не должен ходить по фракциям, наверное, поэтому начали создавать альянсы тогда, сразу после 9-го года. Ну да. Наверное. Но, по крайней мере, да, это мы отметили, что впервые Демпартия, да? Да. Значит, хоть и долго обсуждали, еще обсуждает, что неправильно, нарушается принцип. До сих пор либерал-демократическая начинала всегда, потому что была первая по численности. Угу. Сейчас, значит, Демпартия не первая по численности. Да. Но инициативу якобы она взяла на себя, и это поощряется. Допустим. Значит, ну, конечно, взяла, потому что, поддержав отставку, да, правительство, надо как-то уже за сделанную работу. Я бы хотел сказать и внятно, но не хотел бы назвать фамилии, поэтому я попробую пока без фамилий. Значит, одного привлекут с надеждой, что он лучший кандидат для президента. Поэтому он должен участвовать в голосовании правительства. Так. Значит, другого привлекут, что твои бывшие министры, которые сейчас являются ИО, лучшие силы твоей партии просто уйдут. Просто уйдут. Здесь мы догадались, речь идет о либерал-демократах, а там рискнут предположить, наверное, коммунисты все-таки. Значит, это я так гадаю. Ну, что касается группы Лянка, значит, его дело
было, да? Значит, это он коагулировал эти решения, подписывал. Я думаю, что ему не все равно, в каком состоянии находится это соглашение. И я думаю, что здесь в силу этого и в силу второго, что его могут рассматривать кандидатом еще раз на премьер-министра. То есть все-таки будет этот момент. Могут, так будем говорить. То есть, значит, из всех партий и группы Лянки никого не будет, по крайней мере, на первом этапе, которых не привлекут, чтобы создать быстро вот... Ну, это назовут широкая коалиция. Ну, или, да. Или это они все-таки будут условно называть коалицией? Но когда мы сегодня дали четкий ответ, что мы ни за что не участвуем, все равно будут называть широкой, но скажут, конечно, без социалистов. Ну, хорошо, но они будут подписывать какой-то документ, или это просто будет некая, знаете, когда подписан документ, это коалиция. А когда, значит, просто совместное голосование, то это, извините, какие-то упражнения, знаете, как говорят. Если они поймут, что, как ожидает народ, эти коалиции, эти подписания, то они должны уйти от этого. Но я не исключаю, что могут остаться на правах подписания коалиции, но не обязательно все подпишут. Кто-то будет, как сказать, наготове, как было в случае правительства Кирилла Григорьевича. Ну вот вы так говорите, они обожглись, мы им сказали нет, и вот они, значит, уже коалицию будут без нас, или там что они там слепят. А за вашими депутатами разве не охотятся? Значит, охотятся. Охотятся, значит, ну вот и никогда, мы... просто никогда не поверю, что этого нет. Мы потеряли одного депутата. Да. Значит, вначале нам пробовали сказать, что это просто из... Я присутствовал на сессии районного совета Хинчешты. Я увидел это не по рассказам, а увидел все это, как происходит. По крайней мере, там была попытка сделана, что наши три, голоса наших трех не нужны были в том голосовании. Почему? Потому что большинство составляет 18, а голосовали 21. Минус 3 наши, 18. То есть достаточно, чтобы избрать того председателя района, который они хотели. На самом деле это было сказано. Наши три принимают участие, чтобы не допустить представителю либерал-демократов еще раз прийти к власти района. Но на самом деле, когда один наш советник через некоторое время получил должность начальника районной инспекции МРЭО регистрации автомобилей, а о третьем советнике говорят, что вот совсем-совсем немного осталось подождать, чтобы она начала работу в районной социальной службе, если это будет так, то тогда тоже будет понятно. Это явные доказательства того, что не совсем так, не из... боязни, значит, вернуться прежнему председателю района на старую должность, а совсем по другим моментам было голосование. Я не могу вас не спросить все-таки о позиции коммунистов. Потому что вы были членом той команды, вы, наверное, лучше понимаете, что там происходит. Потому что очень многие, например, отмечают сегодня только одно, что с каким-то упорством, я скажу так, интеллигентно. Мы слышим от них только одно. Левоцентристская коалиция, левоцентристская коалиция, левоцентристская коалиция. Вот сегодня опять то же самое. То есть говорится только об этом. Я уже там не стану напоминать те высказывания о том, что о возможности слияния с партией демократов. То даже господин Дьяков, например, это... Нас подготовили к этому, нет. Да. Как господин мы отнесемся? Господин Дьяков, он говорит, нет, но об этом не идет речь, даже он как-то... Вот что там происходит? Если сравнить вот как раньше было и как сейчас, да? Раньше фракция партии коммунистов, значит, что касается оппозиционности, она всегда отвечала «нет» и на проекты, связанные с бюджетом, и на законопроекты, которые требовали какого-то другого внимания. Да вообще на такие законопроекты, которые вот было смешно не голосовать, но не голосовали, потому что с властью не голосуем. Да. Помните, да? Да, надо да, было да. там принять отставку. Совершенно механическая такая процедура. Нет. Сейчас эти формы участия в голосовании фракции коммунистов стали более разнообразными. Давайте будем так говорить. Так.
Значит, во многих случаях, я думаю, значит, и мы внутри парламента, и избиратели в целом удивляются этих моментов. В последнее время это объясняется тем, что, значит, нельзя быть в стороне, когда страна находится в таком состоянии. Значит, ну, с этим трудно не согласиться. Но для этого не обязательно есть эти формы. Угу. Поддержать, значит, эту власть и так далее. Может быть, наоборот, занять нашу резкую позицию. Кстати, мы во многом повторяем, когда они раньше так себя вели. Угу. С точки зрения поведения, да, вот такое сравнение, я думаю, уместно. Да. И это было бы более понятно и электоратам в целом, и электоратам, значит, партии коммунистов. Ну, конечно, не мы определяем политику фракции и политику, значит, партии. Значит, мы считаем, что основное, что объясняет такое поведение во многих случаях, это все-таки нежелание идти на внеочередные выборы. Надо срочные выборы. Да. Давайте так скажем. Это чревато большими трудностями для партии. Это надо проверять очень многое, и ответы на многие вопросы могут быть отрицательными для партии. Поэтому я думаю, что это хорошая лексика, необходимое политологическое объяснение, но в основном исходит из этого, что им нельзя идти на внеочередные выборы. Вот. По поводу избрания президента, я знаю, что есть инициатива, подписанная вместе с либерал-демократами, да, для того, чтобы президент избирался всенародно. Ну, мы говорили много раз там обо всех нюансах. Андрей Кириллович, а есть такая вероятность, что успеете к вот выборам следующего президента? Либо все-таки она достаточно мала, потому что прохождение через все эти процедуры, хоть вы и не одиноки, в своих этих устремлениях. Мы знаем, что еще есть силы, которые проповедуют именно эту идею. Вот. Но это все-таки нужны какие? Нужно время для этого. Как вы полагаете? Ну, успеете? Начну с того, что я небольшой юрист, но мы не имеем 6 месяцев, необходимых для того, чтобы законопроект конституционный отлежался. Да. То есть, в лучшем случае, да, наш законопроект или наш и другие, не исключаю, что или вот сегодня даже еще раз председатель партии Игорь Дадон повторил, что давайте все вместе внесем в парламент и проголосуем. Угу. Допустим, это произойдет. Это уже не будет относиться сразу к этому новому президенту, который надо весной избрать. Не будет относиться. Не будет относиться. Значит, в таком случае, значит, джентльменское соглашение. Значит, есть такое понятие в политологии, в дипломатии. Это что означает? Мы все вместе, да, подбираем или должны подбирать такого кандидата, который согласен и который берет на себя дела страны и говорит, через несколько месяцев вступает в силу, да, значит, исполняется срок 6 месяцев вот тому законопроекту о всенародном избрании президента. И я ухожу. Да. Поверьте, я ухожу, сейчас или нет. Но когда он войдет в силу, когда он будет напечатан в монитор, когда парламент может будет его рассматривать и рассмотрит, он сделает доброе дело, уйдет. И не через 4 года по-новому мы изберем председателя, президента страны, а сейчас. И это приход нового человека, наделенного полномочиями всех граждан страны. И подготовленного человека, это может быть одним из хороших условий начала преобразования страны. Несмотря на то, что говорят, его это полномочия интересно. Не такие большие. Это интересно то, о чем вы говорите, да. Но это действительно, но это придется это да, реально. Найти такого человека, который добровольно бы отказался от такой власти. Это мне кажется, он это самое сложное в этой, он войдет в теории. Да. Вот. Власть, она коварная вещь, да, она затягивает. В лучшем случае не меня, да, в худшем развращает. Да, но такого подбирать, я думаю, это очень важно, раз мы не укладываемся сейчас в этот 6-месячный срок. Поняла, интересное у вас мнение, да. На самом деле, я хотела бы, да, чтобы вы оказались правы, чтобы вам удалось найти такого человека, но, честно говоря, тоже, мне кажется, это очень сложно.
Не могу не спросить про съезд. Потому что вот совсем скоро, 29-го, да, это очередной съезд. В 2011 году, в декабре, так. Значит, три депутата фракции коммунистов, угу. Игорь Дадон, Зинаида Гречан и Вероника Абрамчук, так. Значит, приняли решение, что дальше они не могут находиться в составе фракции угу. партии коммунистов. Угу. Вышли, вначале это была группа независимых в парламенте, и после этого они с этой новой, с другими своими единомышленниками пришли, давайте будем так назвать, в старую партию социалистов Республики Молдова. Так. Новая команда в старой партии, значит, оживила деятельность. Был проведен съезд, угу. и в декабре исполняется 4 года вот с тех событий. Мы делаем 29 ноября, чтобы чуть опередить события. Не нарушить сначала 4 ну, месяца да. и 1 месяц, угу. чтобы... Мильюз пристально следит за вами. Ну, наверное, да. В нашем случае это замечание. Да. А мы хотим быть так, как требует закон о партиях. Чуть раньше провести съезд, то есть отчетный. Первый вопрос – это отчет Республиканского совета, с которым выступит председатель партии Игорь Дадон. Отчет контрольной комиссии. Угу. Выбор Республиканского совета. Выбор председателя партии. Так. Всем съездом. Конечно, выбор контрольной комиссии. Принятие решения о том, что предстоит партии делать, несколько угу. резолюций по основным направлениям деятельности, конечно, выступления зарубежных гостей. Которых ожидается много? Значит, Российская Федерация, так. значит, кстати, две партии, не только «Справедливая Россия», которая имеет с нами договор с партией да. социалистов, угу, угу. но и партия власти «Единая Россия». Это, на наш взгляд, говорит о многом. Это очень интересно, потому что... Да, да. Я позволю себе да. ремарку, потому что у «Единой России» есть договор с Демократической партией. Но приезжают на съезд к вам. Значит, да. Но да. Это не нарушает, это не означает, что нет, партия... Нет, я не говорю, что нарушают, просто но это если, интересно. Но если взять и расшифровать, то этот договор был сделан, когда я был послом в Москве, в этом периоде. Угу. А договор с «Единой Россией» мы подпишем буквально сейчас. То есть вы подпишете вот в эти дни? По крайней мере, значит, есть взаимная договоренность, что подпишем. Так. Скорее всего, может быть, на съезде не успеем, но сразу после есть. Угу. Значит, Российская Федерация, да? Так. Значит, Украина, есть партия, социалисты, приезжает руководитель делегации, бывший министр иностранных дел Украины, Кожара Леонид Александрович. Угу. Из Румынии, значит, партия социалистов Румынии. И от Болгарской социалистической партии приезжают два депутата Народного собрания. Угу. Значит, один зампредседателя фракции и второй председатель комитета по экономике и туризму. Приезжает депутат Бундестага Андрей Хунко. Он одновременно представляет Бундестаг в Парламентской ассамблее Совета Европы. Угу. Значит, тоже группа левых, да. я, по-моему, да, там да, тоже да, о нем да. Да. Значит, слышала. Поэтому имеем приветствие от компартии Чехии и Моравии. Значит, практически вот от других. Но есть и телефонные звонки, которые нам говорят. Ну, руководитель португальских социалистов сейчас рассматривается, формирует правительство Португалии. Это серьезная да. задача тут. К сожалению, есть и не только приятное, а есть и плохое. Значит, у нас был разговор, значит, с руководителями французской социалистической партии, правящей. Конечно, сейчас... Им просто... Да, сейчас им не до нашего съезда. Значит, в связи с известными событиями. Актами. Да, да. да. Завтра состоится пленум ЦК Компартии Китая. Значит, он делается один раз в год, один пленум. Это приковывает внимание ко всем вопросам экономической и политической жизни. И нам объяснили, что, к сожалению, не успеваем, не будем. То есть, ну, понятно, да. Вот контакты хорошие есть. В принципе, вот вы затронули этот вопрос, мы думаем, что 16-й год, власть говорит, что в 17-м они дадут заявление о вступлении в ЕС. Ну да, значит, говорят да. некоторые. Но мы скажем о другом заявлении, очень реальное, чтобы мы в 16-м году обратились в Социалистический Интернационал с заявлением стать наблюдателями
в этой международной организации. За несколько лет они нас изучат, посмотрят, как мы мыслим, как мы действуем, и потом можно стать полноправными членами социнтерна. Вот это... такая задумка есть, и на съезде об этом будет сказано. Мыслей-то, да, и задумок у вас много, но всех, конечно, будет еще волновать, переизберут ли Игоря Дадона на пост лидера партии, по вашим ощущениям. Значит, как? Не волноваться, это значит, как сказать, верить в что-то такое затверделое, да, что-то такое. Mm-hmm. Значит, конечно, будем и мы переживать, но лично я с этой точки зрения очень спокоен. А в отношении вашего политического будущего, вашей политической карьеры, нашла одну фразу. Так. Вашу. Как вы про себя сказали? Перехватил, наверное. Я, ну, не знаю, да, где-то есть. Я всегда честно служил и буду продолжать служить интересам своей страны, Республики Молдова. Но я никогда не прислуживал и не буду никому прислуживать впредь. Вы можете повторить это про себя и сейчас? Могу вы это повторить. Раньше сказали. А вы знаете, когда это было сказано? Да, знаю. Какой год? Это когда вы пришли к социалистам. Да? Да. Да. Я считал, что, ну давайте ее назовем декларацией, хоть звучит, но это было необходимо, чтобы и самому себе, mm-hmm. это я знал, что внутри у меня, но одновременно сказать тем, которые вокруг меня, почему я это сделал. И я могу сегодня повторить, что я хотел вернуться из Москвы обратно в Компартию. Ну, вы рассказывали, да, и оказались да. там ненужным, как но, вы говорили. Ну, значит, побоялись, что я могу на что-то претендовать, защиты и так далее. Хоть в ходе вот трех бесед подряд в августе 2014 года я дошел до того, что даже немножко принизил себя, я считаю. Я сказал, что я... уверен, что в партии сделаны какие-то проекты на будущее, и я ни на йоту не хочу мешать этим проектам. Поэтому, значит, я могу повторить эти слова, и что касается ваших слов будущего, то будущее свое политическое я вижу только в следующем. Три мандата посла позволили мне накопить определенный опыт, и сегодня, значит, быть советником по международным делам партии социалиста для меня высшая честь. Вы знаете, вам, наверное, многие позавидовали сейчас, потому что вы так чутко и уверенно вот говорите о своей жизни, говорите о целях. Это здорово. Правда. Вот я сейчас вам делаю комплимент, потому что значит, человек уверен, что он идет правильной дорогой. Да, это, да, абсолютно, это так и... абсолютно точно. Благодарю вас за беседу. В очередной раз констатирую, что эфиры с вами всегда какие-то получаются искренние и очень такие насыщенные, потому что удается поговорить на многие темы. Спасибо, что приходите. Вам также спасибо, но если эфир интересный, то не только в силу того, что я же не монолог веду, а вместе да. беседую. Да, поэтому значит, да, мне да, также да, приятно да, с вами да, общаться. Похвалили спасибо. Друг друга, и на этом уже можем расставаться. Спасибо. Спасибо. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.